Сегодня 5 декабря 2017 года. Это центр Днепропетровска. Начали монтировать елку. Это наш убогий пассаж. А это никому не нужная карусель. Привет, друзья! Вы на канале Vital Way. Сегодня я направляюсь в мой сити-центр. Там я договорился встретиться со своим знакомым Владимиром. И мы позапускаем с ним квадрокоптер. Только в этот раз не мой, а его. Это Европейская площадь. Конечно, уже зима, колорит не тот, пасмурно, серо. Не забывайте переходить на мой канал uadnepr.com. Там вы можете найти самый полный видеокаталог всех памятников нашего города. Ну и всякое интересненькое почитать. Наконец-то мы вас дождались, молодой человек. Идем снимать Мавик. Идем. Ага, круто. Так, идем в направлении нового моста. Ну да. Итак, мы пришли на место, откуда мы будем взлетать. Вы определились, вот башня, вот новый мост, вот съезд с моста. Сейчас мы отсюда, с этой площадочки, будем взлетать. Вот такой вот серьезный аппарат. Володя, а как аппарат называется? Inspire? Inspire Pro. Pro. О-о-о. Крутая, дорогая штука. Что камера умеет снимать такая? Все. Супер. Вот это аппарат. Я даже о цене боюсь спросить. Что можете сказать о цене? Или мы лучше промолчим? Я понял. Зрителям скажу, нам надо снять вот этот райончик, который вы видите сейчас на камере, да? Также вот райончик башень, парковочку сверху снять на мосту и так самое. Ну, короче, вот этот микрорайончик. Сейчас будем смотреть с высоты. Готовий. Так, что? Ладно. Давай. Полетели. Попрошу и где-то 5-10 секундочек вставлю в этот ролик высоту. Ну, в принципе, у меня есть же съемки этой территории с высоты. Вы могли наблюдать. Это летние съемки. Мы уже делали с Володей. Так что все будет нормально. Были. Да, 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 были съемки. Классные съемочки. И башню он красивенько снял, помог мне. Кстати, профессиональный
Это вам не просто так. Мы ищем кадр без рекламы, без... Это баба с этим и уехала. Ой, машинка уехала, хороший кадр подцепил. Да. Не город вообще. Снял нужный кадр. О, на приземление. Уже жужжит. Видишь, если именно снимать. Это мы вышли на второй уровень парковки Мост Сити Центра. Ну вот такой вам небольшой обзорчик. На моем канале вы найдете и красивые обзоры. Я уже делал отсюда. У меня есть съемки с этой парковки. У меня есть съемки с 18 этажа этой же башни. Так что, если хотите, найдете на моем канале это. Это что у тебя, Володь? Осмо. Осмо? Осмо Про. Классно снимает. Да? Лучше всех. Как Ронин. Лучше, чем Ронин. Понятно. Тоже. А где побежал? Мечтаю о таком. Кто бы подарил? Ну, это я вам дал небольшой такой обзорчик с автостоянки. Это второй уровень парковки Мост Сити Центра. А, вот эту штуку, ну да. Вот красиво. После съемочек мы немножко промерзли. Да, Володь? И да. Зашли чайку попить, погреться. Вот такой чай у нас есть. Он же гиперактивный. Ну что, друзья, на этом все. Чай мы попили. Завершаю это видео. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс. Делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий, Владимир. Все будет хорошо.